6 минут в столице. Пошире глаза открываем и наблюдаем за нашим звездным часом. Дорогие друзья, открываем все сайт radioshanson.fm, мобильные приложения и смотрим онлайн-трансляцию. Сегодня у нас в гостях, внимание, певец, участник музыкального марафона «Эх, разгуляй». Впервые, между прочим, на радио «Шансон» и впервые в утреннем шоу «Настройка» дебютант Николай Трубач. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Николай. Ну, вы, я так понимаю, не были ни разу, да, участником «Эх, разгуляя»? Я был в прошлом году. А, уже в прошлом году вы были. То есть для вас это не дебют. Мы скажем честно, мы просто открыли бар в Олимпийском для себя в этот момент, когда вы были на сцене, а мы отвлеклись, к своему сожалению. Ну, ничего страшного, я думаю, что... Как вам этот праздник вообще? Какие эмоции были в прошлом году после выступления? Самое лучшее, потому что «Эх, разгуляй» — это такой разгуляй, где очень много артистов, которые не входят в пул, которые уже все, у всех в печенках сидит. Поэтому и я там вдруг оказался, я так думаю, по этой причине. А вы разгуливались по гримеркам друзей, знакомых? Ну, там их столько было, этих друзей, что это было опасно для здоровья. А, кстати, вот из этого огромного списка, которые там были, с кем наиболее тесные отношения поддерживаете? С кем, может быть, даже дружите? Из музыкантов, артистов? Да многие там. Начиная от Михаила Захарыча Шафутинского, там, Жени Кемеровского, там, заканчивая, там, не знаю. Ну, дружить с Женей Кемеровским Руханов, там, просто опасно. На самом деле, да. Да, Евгений Иванович, он тоже, да, опасный. Поэтому и дружим. А вот с Михаилом Захарычем давно уже дружите? Да, больше 20 лет. Больше 20 лет? Конечно, знаем друг друга. А есть какая-то... Ему принадлежит гениальная фраза. Мы как-то были вместе на гастролях в городе Усть-Илимск в Иркутской области. Как-то, а он еще в тот момент был со сломанной ногой. В общем, лететь долго, сами понимаете, да, и ехать очень долго по разбитым дорогам. И мы приехали, он сказал гениальную фразу, легендарную. Он сказал: как же нужно любить бабки, чтобы так себя мучить. А есть ли какая-то песня, Николай, которую бы вы с удовольствием забрали у Михаила Захарыча и спели ее? Сказали бы: я лучше ее спою. Или, может быть, дуэтом, вот именно слышали какую-нибудь песню и думали: о, вот эту бы песню я бы спел с Михаилом Шафутинским. Ну, у него на самом деле там, я не знаю, на несколько программ классных песен, поэтому я человек такой, который никогда никому не завидует, коллегам, я наоборот радуюсь успехам, поэтому у него там миллиард песен. Мне очень нравится его альбом, который он написал на стихи двух братьев, которые такие непрофессиональные поэты, но они очень долго находились в местах, кто не дальний. Да. Вот. Очень классные поэты. Одна из этих песен — «Я уеду на юг». Вот это я хотел сказать. Я про виноградники. Обожаю эту песню, Но я еду на юг. Я хотел бы умереть лишь на юге. Да. Да? Вот это, по-моему, самая такая... Позитивно, хорошая песня. Да. А, друзья, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, напомню, Николай Трубач сегодня в студии, +7 909 955 103.0, это WhatsApp, Viber, SMS, можете и позвонить, если хотите, 223-55-50, код города Москвы 495. 10:16, столица. Сегодня у нас в гостях Николай Трубач. Еще раз доброе утро. Доброе всем утро. Доброе. Кстати, во сколько у вас, у творческого человека, начинается утро? Вы у нас впервые, мы даже не знаем ваш распорядок. Сова вы или жаворонок? Еще со времен службы на флоте у меня начинается утро без 26. И вообще неизменно? Неважно, во сколько легли, 5:40. Сколько писали песни на студии до ночи. Вы могли бы стать ведущим утреннего шоу. Мог бы. Тихо, с таким графиком. Тихо, не надо вот таких предложений, не надо. А то возьмет, да, хлеб отбирать. Зачем? Вы справляетесь, мне кажется. Правильно, Николай. Вы дисциплинированный человек? Да. Да? Я никогда не опаздываю, в отличие от своих друзей и коллег. Угу. То есть я всегда приезжаю в аэропорт, на вокзал пораньше. Вот. Не заставляю никого нервничать по этому поводу. Поэтому причем я просыпаюсь без будильника. Это тоже армейская привычка, кстати. Вот, надо было во сколько же вы тогда ложитесь, если вы придерживаетесь такого жесткого графика? То есть во сколько Лига чемпионов заканчивается, вот футбольная? Подождите, Лига чемпионов теперь заканчивается 00:30. Ну, мне хватает. С 00:30 до... Если смотреть Лигу чемпионов без пива и таранки, то хватает. Но без пива и таранки — это же не Лига чемпионов, это уже просто какой-то футбик так непонятный, иностранный причем в основном. Ну, в моем возрасте уже можно и без пива, и без таранки. Смотрите, когда? Сейчас у нас в Лиге чемпионов и «Спартак», и «ЦСКА».
Ну, я болею за «Спартак», поэтому я традиционно стараюсь, да. Если, каковы ваши прогнозы? Прогнозы, есть ли вероятность выхода из группы? Хотя сейчас на третьем месте. В Лигу Европы. В Лигу Европы? Да. Есть? Конечно. Они уже там практически. А в Лигу Чемпионов нет? Да. Меня вот другой немножко вопрос интересует. Везде написано, что Николай Трубач ведет здоровый образ жизни. Не пьет, не курит, бегает. А сейчас вы говорите про пиво и тараньку. Нет, он сказал, что без этого надо это смотреть. Артем с пивом. Если бы я с пивом и таранькой, я бы просыпался в час дня или в два, наверное, как все это делают мои друзья. А вы занимаетесь спортом? Да, дважды в неделю бегаю в футбол с товарищами. Так, этого достаточно. Здорового а еще каждый жизни. День занимаюсь на трубе. Это тоже вид спорта. Конечно. У тебя все артисты, которые играют более-менее футбол регулярно, они в основном играют в этой, в Старко команде. Вы там нет, мы были раньше, да. А сейчас у нас уже больше 10 лет существует команда «Артист». Где, в общем-то, собраны не только артисты, там и спортсмены, и футболисты, и бизнесмены с сомнительным прошлым, в том числе. Ух ты, как интересно. Вот здесь и попросим. Уважаемые бизнесмены. Так, кто там у вас звезда в команде? Кто играет так, что... Кто у вас там Месси или Роналду? Ну, Владимир Петрович Пресняков, наверное, 72 года. Главный, лучший бомбардир. А лучше всего есть кто? Поэтому уровень наш приблизительно представляет. Так, а тогда кто у вас... Самый быстрый. Кто у вас в команде... Кто якорь вашей команды? Дзюба. Кто у вас Дзюба или Киржаков? Не знаю, может, я не знаю, может, Игорь Саруханов. Бил, бью и буду бить. Друзья, если у вас есть вопросы, Николай Трубачу, плюс 7-909-95-1030, вайбер, ватсап, смс. 10:25 в Москве. Николай Трубач у нас сегодня в гостях. Дорогие друзья, свои вопросы артисту вы можете всегда адресовать на номер плюс 7-909-955-1030 к вашим услугам и Viber, и WhatsApp, и SMS. Все, что хотите спросить у Николая, спрашивайте, ответим. Ну, а мы хотим поинтересоваться творчеством. Что сейчас происходит на данный момент? В творческой жизни. Записывается ли что-то? Если записывается, то с кем или в одиночку? Ну, иногда записывается в одиночку. А иногда? Да, столько у меня уже дуэтов, там, я не знаю, трио, шмио. Это уже немножко понадоело. Вот. Из творческого я могу сказать, что я написал книгу сейчас. Книга? Что расскажите? За книга, о чем? О ком? Биография? Книга обо мне и о моих друзьях, вот таких вот разгуляистых. Все только положительное, только веселое. Да только, ладно, только никакой прикольное. Сплетни нет. Ну, я не знаю, вся моя жизнь это сплошная сплетня, поэтому то есть и книга такая же. Одно название только, «Мертвое дело, живая копейка». Есть ли там отдельная глава, посвященная вашему замечательному дуэту с Борисом Моисеевым? И не одна. И даже не одна? Да. Поэтому и сплетни. Ну, а может быть, вы тогда сейчас сделаете как бы небольшой анонс своего спойлер, произведения? Так сказать. Да, спойлер, расскажите. Я уже сказал, да. Как вы замечательно познакомились? Как вообще познакомились с Борисом? Вот вообще? Как в двух словах не скажет. Сошлись ваши творческие пути, пересеклись? В двух словах не скажешь. Как всегда, по пьяни. Где-то в большой компании. Да, как всегда. Нет, это было на юбилее группы А-студии. Опять, кстати, юбилей в этом году. Может, еще с кем-то познакомиться? С кем еще не знакомы? Вот это уже трудно. Сейчас вообще времена другие, поэтому уже такие случайные знакомства сейчас чреваты. А вот что другое стало? Раньше что, было душевнее и проще? Сейчас как-то коммерциализировано больше? Или почему? Нет, ну раньше как-то... После распада Советского Союза, 90-е мы все помним, как-то так. Артистов было немного, да, начнем можно с было, того? Да, то есть артистов было не так много, и им позволялось гораздо больше. То есть тогда можно было все что угодно, мне кажется. В райдер вписывать? На разных языках, на разных диалектах говорить все, что хочешь. Поэтому... То есть творческой свободы было намного больше? Ну, да, я думаю, что вот сейчас бы я бы тысячу раз подумал делать проект такой, как, например, там с Борисом Михайловичем, или не делать. Но книгу про сплетни вы все-таки написали. Это не сплетни, это все из жизни отдыхающих, понимаете? Светлана из Волгограда интересуется, во-первых, она говорит: «Здрасте, Николай, спасибо за ваши песни, которые всегда радуют. Интересуется, почему вас нет в соцсетях, потому что ей, например, было бы интересно узнавать о ваших творческих планах из первых уст». Да, это сейчас, кстати, большая редкость, отсутствие в соцсетях. Я ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке не нашел Николая. Ну, в Фейсбуке я есть, это во-первых. Но как-то спрятан, вероятно. Да. Почему нет? Да боюсь я. А кого бояться? Да у меня двое детей, понимаете, у меня много друзей, поэтому мне как-то... Общения хватает? Да. Нет, просто сейчас социальные сети — это возможность, во-первых, как бы себя
почти бесплатно рекламировать, а во-вторых, даже, может еще быть, и зарабатывать, да, на этом. Почему не прибегнуть к этим замечательным способам, если, допустим, есть такая возможность? Если человек известный. Ну, если есть возможность, но нет нужды, то, может быть, и не надо. То есть вам не нужны лишние деньги? Какой счастливый человек у нас сегодня в гостях. Действительно. Да, ну, можно и так сказать, наверное. Дорогие друзья, у нас совсем скоро начнется игра 5 секунд. Если вы хотите сразиться с Николаем, звоните 223-5550, код города 495. И пока послушаем песню как раз-таки Николая Трубача «Пацаны 80-х». Московское время 10:35. Напоминаем, сегодня в гостях у «Настройки» певец, участник музыкального марафона «Эх, разгуляй» Николай Трубач. Николай, вам еще раз доброе утро. Давайте скорее играть. Игра называется 5 секунд. Почему так? Потому что задается вопрос, и дается 5 секунд на ответ. Не 5 минут, угу, как в песне, а 5 секунд. Да. То есть игра, если бы было 5 минут, вам было бы проще. Здравствуйте. А вы скидку на возраст делаете? Нет. А потому что мы не знаем, какой возраст у радиослушателя. Итак, Иван, доброе утро. Иван, здрасте. Доброе утро. Здрасте. Готовы ли вы обыграть? Подождите, Иван, сколько вам лет? 27. 27. Вы старше Николая. Вы старше Николая, все. Поэтому Николай никаких не будет скидок. Поблажек. Да. Поехали. Итак, Иван, хотите начать первым? Давайте попробуем. Давайте, почему бы и нет. Итак, вопрос, 5 секунд дается на ответ. Внимание, назовите три любых духовых инструмента. Труба, дудка, трубочка. Трубочка это в баре, когда коктейль пьешь, там бывает трубочка. Об одном инструменте. Да, я сказала, там саксофон. Труба, трубочка, трубенка. Трубочка со сгущенкой бывает, моя любимая. Так, хорошо, идем дальше. Николай, назовите три любых шоссе Москвы. Дмитровская, Варшавская, Киевская. Молодец. Ух ты, уверенно, как отвечает Николай. Опросил скидку, да, заметь? Да. И изображал из себя плохо соображающего. Так, идем дальше. Иван, назовите три любых воинских звания. Лейтенант, полковник, майор. Молодец. 1-1. Сравнял. А вы в каком сами звании, Иван? Рядовой. Рядовой. А я лейтенант запаса. Поздравляю. Могу командовать. Кому это интересно? Идем дальше. Николай, назовите, пожалуйста, трех любых знаменитых голливудских брюнеток. Прочерк сразу ставим. Да. Так, счет один. Кроме Элизабет Тейлор, никто в голову не приходит. Подожди, Анджелина Джоли. Мила Кунис. А, да, точно, Йовович тоже немножко. Мила Йовович. Хорошо. Ладно, идем дальше. Иван. Мила Лугова. Иван, назовите, пожалуйста, три любых персонажа из сериала «17 мгновений весны». Штирлиц. Что у нас там? Радистка Кэт. Эх, Иван. Так, 1-1. Да всю верхушку просто Рейха надо было назвать. Так, Николай, назовите трех любых вратарей «Спартака». Досаев, Ребров, Левицкий. Молодец. Так, 2-1. Я ждал Джанаева еще, но ладно. 2-1 в пользу Николая. Идем дальше. Иван, назовите три любых государства, с которыми граничит Россия. Литва, Латвия, Эстония. Ты посмотри, я даже еще не успела включить 2-2. Таймер. Этот вопрос он ждал, мне кажется. Иван. Подожди, а с Эстонией мы граничим? Где мы там пересекаем? Конечно, Псковская область. Псковская область, конечно. Да. 2-2. Накаляется. Николай, назовите три любые забавы на селе. Подожди, Литва, Латвия, я... Стоп, подождите, да, сейчас мы... Да что опять такое происходит? Я испортился, да. Ты испортил все. Я просто... Литва, Латвия, она из Белоруссии граничит. Как мы туда въезжаем? Через Белоруссию же? Мы через Эстонию въезжаем туда. Литва, это Калининградская область еще. Литва, Калининградская... А, и, видимо, Латвия, да, тоже, да? Так, все. Все, хорошо. Можно, да, теперь, да, уже? Давайте, Николай, три забавы на селе. Пьянство, футбол, драки. Отлично. Футбол, мне кажется, немножко не сельская забава. Дискотека. Очень даже сельская. Вы не представляете, сельский футбол — это просто что-то с чем-то. Я думал, курей воровать еще хорошо. Да что, о чем вы говорите? Так, идем дальше. Иван, внимание, назовите трех любых знаменитых Николаев. Николай Распоргуев, Николай Басков, Николай Носков. Молодец. А как же наш сегодняшний Трубач? Я не обошел. Ну хорошо, ой, все равно. 3-3. А есть сейчас возможность у Николая. Я болею за Николая, победить, честно сказать. Или ничья такая останется. Потому что Иван забыл, Николай, про Николая нашего. Назовите три любые песни Бориса Моисеева. «Голубая луна», «Просто щелкунчик», «Глухонемая любовь». Великолепно. Умница. Великолепно. Со счетом 4-3 победил Николай Трубач.
10.46 в Москве. Сегодня у нас в гостях Николай Трубач. Беседуем обо всем, в том числе и о том, о чем в эфире поговорить мы не можем по разным этическим соображениям. Но очень весело. Так всегда бывает. За кадром всегда веселее беседы. Прямо сейчас у нас будет звездная пилотка. Звездная пилотка. Николай Трубач, я достаю вам отсюда начало предложений. Ваша задача их продолжить. Красиво завершить. Да. Итак. Мне стыдно признаться в том, что я... Есть что-то, за что стыдно до сих пор? Может быть, какой-то неудачный дуэт был записан. Ну, не надо сразу про дуэт. Ну, подожди, что про дуэт? Может, сырок украл в магазине в детстве, до сих пор стыдно? Да нет. Не было такого ничего? Да нет. Даже никаких постыдных поступков не совершил. Мне стыдно за то, что я просто. Да, за то, что я. Хорошо. Идем дальше. За то, что я есть у себя. Так. Спасибо мне за то, что я есть. Однажды в состоянии алкогольного опьянения я... Мы ведь добьем. Я договорился о проекте «Голубая луна». Вот, как это было, оказывается. Так. Супер. Давай быстрее, чтобы не было паузы. Рубрика «Чистосердечное признание». Я же об этом объявил сегодня, вы что, не слышали? Не-не, вы говорили, что вы встретились на мероприятии и договорились. А то, что вы были... Когда никто не видит, я... Так. Я? Что, я не знаю, что я. Ну, я читаю. О, какая скучная жизнь. Да. А до этого такие веселые истории были. Когда я слышу фальшивое пение коллег, вот. Я... Честный ли вы человек, когда слышите фальшивое пение коллег? Вот за это мне стыдно. Я продолжу первое предложение. Что улыбаетесь и говорите, все было нормально. Да, старик, да со всеми бывает. Да что ты, все было отлично. В следующий раз получится. Я бы хотел поцеловать. Вот, давайте пофантазируем. Кого бы хотели поцеловать? Есть ли какая-нибудь женщина-мечта? Из тех, которые недосягаемы, например. А может, даже и не женщина. А может быть, какой-то... Не-не-не, я имею в виду... В хорошем смысле не женщина. Да, там, или что-нибудь. Ну, не знаю. Гусеничку. Гусеничку. Байкальскую нерпу, наверное. Вот, хорош. Да, в знак сохранения популяции. Необычно. Если бы я стал президентом, моим первым указом был бы... Был бы перевести радио «Шансон» на прежнее место. А, во, отличный указ. Спасибо вам, Николай. Подождите, прежнее место — это Казакова 16 или Шаболовка? Нет. То, которое вам больше всего нравится. Утреннее шоу на Тверской 22. То, о котором вы мне за кадром все уши прожужжали. Но если Трубач будет президент, так мы и в Кремле уже можем сидеть. Ой, мы с удовольствием. Сидеть разве что. Так. Самая глупая ситуация, в которую я когда-либо попадал... Это перевел утреннее шоу на прежнее место. Так, ну что, последнее, наверное, да? Угу. По всей видимости. Так, ну, как так можно? Я бы спел дуэтом с... Вот, тут тоже можно попотенцировать. Столько уже было дуэтов. Вот если иностранцев взять каких-нибудь, с кем бы спели дуэтом с иностранцем? Кроме Стинга. Тогда у меня нет больше версии. Так, нет, что, серьезно, был Стинг? Да. Потому что почти все выбирают. Хорошо. Знаете, я бы ответил, вот сейчас, Таня, я тебе бы ответил, помнишь фильм «Петровка 38»? Да, и там «Скучно мне с тобой, Костенко». Помните? Мы просто вспоминаем, Стас Михайлов, например, очень любит Адриана Челентано. Спели бы с Челентано дуэтом? Конечно. Вот. Вот, кстати говоря, да. Потому что когда бываю в Италии, просто Челентано, там, конечно, царь и бог, это да. Это правда. Спасибо большое, Николай, за такие честные, откровенные ответы, друзья. Но мы еще вернемся. Скоро вернемся, да. Настройка. 10.53 в Москве. Николай Трубач у нас сегодня в гостях. Николай Трубач настоящий. С ним здорово. Это я читаю сообщения от наших радиослушателей. Сегодня эфир отпад. А Коля из Невинки написал: прикольно получилось. 5 секунд. Трубач против Ивана. Я так хохотался. Мы тоже хохотались. Когда читали ваше сообщение. Да, веселое сообщение. Ухохотались. Николай, еще раз давайте сакцентируем внимание наших радиослушателей на новой книге. Еще раз название и дата появление в продаже, потому что мне бы, например, очень хотелось почитать некоторые главы из этой книги. Мне бы все хотелось почитать. О дате я сообщу позже, в следующем эфире. Книга называется «Мертвое дело, живая копейка». Она готова? Да, абсолютно откровенная, веселая книга. Когда в печать? Ну, уже вот отдал, не знаю. Ну, то есть в интернете можно следить за... Можно скачать уже. Очень важная деталь. Это книга, которая впервые в истории написана... Самим Николаем.
Николаем Трубачевым. Да, во-первых, самим автором. Во-вторых... Не надиктовано. Во-вторых, да, путем смс-ок на собственном телефоне одним пальцем. Ух ты! Эти смс-ки, да, я просто на гастролях отсылал своей жене, чтобы она не скучала. И получилась книга целая. То есть никаких литературных рабов, все сам. Все, молодец. Ну, я об этом сказал, да. Молодец. Вы нам презентуете... По дружбе. Ну, хотя бы одну. Мы с вами знакомы час, может быть, уже как бы договорились. Принесете нам одну на троих, мы почитаем. Готовы дочитать ее до дыр. Разорюсь на три. Хорошо, это приятно. Щедрый человек, Николай. А видишь, да, Николай рассказывал. Мы 18 числа вам напомним ноября в Олимпийском. Да где вы, если вы в прошлом году меня не видели, в этом году, наверное. В этом специально дождемся выступления трубача. Будем стоять прямо в сцене. А потом свалите, да, как обычно. Николай, давай все-таки напомним, помимо 18 ноября в Олимпийском, на их разгуляй, где, конечно, появится наш дорогой гость. Где еще можно вас увидеть? Ну, завтра в Подольске, послезавтра в Зарайске. 20... Это закрытый концерт или это открытый? Нормальный, то есть нормальный, любой открытый, человек, да, который нас сейчас слышит в Подольске, может пойти купить, да, билеты и прийти на ваш концерт. 23-го в Баку на дискотеке 90-х. Ух ты! Да, ну, то есть как-то так. Вот это вас кидает, творческая судьба. Гастрольная, да, жизнь. Да, да, и здорово. Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям. Потому что мы не знаем, когда в следующий раз будет встреча. Да, скажите пару приятных слов. Я тоже не знаю, потому что на такое прекрасное радио труднее попасть, чем на прием к Папе Римскому. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всем радиослушателям сказать, что, ребята, живите дружно, мирно, радуйтесь жизни. Бог дал, живите. Спасибо большое. Это был Николай Трубач в гостях утреннего шоу «Настройка». Дорогие друзья, Леня, Таня, Артем с вами прощаются завтра. Вернемся в 7:00. Ничего не пропустите. Ну все, прощаюсь. Хорошего всем дня, удачи, счастливо, пока. Пока!